Мы будем скидывать на фланге, чтобы опять же подавать при выносе. Это если вкратце. Сразу же супер, супер защиту. Хука, да, у него. Заброс. Заебись. Нормально. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Санчес. Такими действиями игру не обошлось. Ботинки, блядь, началось. Сука. На коньках. Подскальзываем к нему. Слева кто сбегает? Какая изящная передача. Не фучка. Да и хрен с ним. Я случайно. Прессуй, прессуй, прессуйте его. Да, блять, не успеваем нихуя. О! Вот, вот, вот. Этот сука успел. Надо читать, куда пас отдадут. Вот. Сука, блять, а? Ой, хорош. Хорош, шлёп. Заебали они, блядь. Сейчас, наверное, скинет это. Да-да-да, будет вот на дальнюю. Ну, я возьму дальнюю. Ага. Блядь, ботинок, сука, помешал, пидор. Посмотрим за этой атакой. Ой, хорошо. Хорош. Блять, что за жут у них. Могу не доиграть. Да, память у этого рефери хорошая. Слушай, постарайся выиграть. Какой момент? Блять, вот так вратаря нашего. Не мучайте, давай. Вот-вот, прессингуйте, будет ошибаться. Один прессингует, другой подстрахует. Послушайте, надо больше тренироваться, так водить мяч в игру нельзя. Уилшер. Защитник хорошо прочитал пас, перехватил его, могло быть опасно. По флангу, вот, хорош. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать фланг. Могло бы получиться, но бы не считается. Руни. Мяч у соперника. Да, нормально. Вот. Ах, ударчик не получился. Было. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Реми. Стой, короткий. Блин, Костян, не торопись. Ты забегаешь или нет? Да я там шо? Его кроют, понимаешь? Что это? Ну, тут лучше короткими. Привет, по краю. Беги. Беги туда. Счет сыграл. Теперь надо грамотно... Заебись, он навесил, блядь. Вот. Подходим. Не переживай, Катя. Я чуть подкат не сделал, нахуй забыл, блядь, что нахуй желтая есть, блядь. Робик, выдохни. Напряженный слишком. Блядь,
Блять, все, кровь. Назад, вот. Да, я. Пускай бегает. Пытается. Мы катаем. Вот, правильно, хорош, хорош. Раним. Отличный кросс. Хорошая была ситуация, вот только наверх, да. Его явно не получилось. Могли бы ошибиться, ребята. Парни, давайте без таких ошибок, блядь. Это вот такие ошибки, это, блядь, детские ошибки, блядь, так просить поперёк. Отлично сыграно, надо решать. Грузи. Дружок. Бля. Блядь, думал, долетит. Бездарная атака получилась, теперь надо снова... Блин, там мелкий очень быстро бегает. Владеют мячом и ждут, когда предоставят возможность сделать хорошую передачу. Прессуйте его, блядь. Красавцы. Наверное, закроет меня сейчас. Мяч потерян, отличный перехват. Это может быть опасная атака. Мяч летит в штрафную площадь. Не спеши. Рамос. Оп. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную. А да ладно. От меня будет. Отбрасывать сейчас буду. Вот оттуда будет сейчас скидочка. Хорош. Фланг, растягивайся. Короткий. Их не успел, блин. Отлично, в центр. Блин, вдвоем там, Лех. Опять ботов нет, два бота всего, блять. Где они все? Неплохо, настроиться надо, блин. Да. Ребят, успокойтесь, расслабьтесь. Блин, как я не забил, блин, с двух метров. На самом деле, я не знаю, он плохо ударил. Я два раза нажал, блин, но все равно. Может быть, просто по центру полетел, если куда-нибудь в уголочек попробовал. Ну, я в уголочек целился, не знаю. Uh-huh. В принципе, ты знаешь, что на самом деле, по логике, я в противоход ему ебнул. Не знаю, просто воротарь так безумный. Да просто удар не получился у игрока, наверное, блядь, и все. Два раза пойдя от земли, скажу. Может, таки душечку? Да, давай попробуем. Не получилось, блядь. Чё-то вы куда-то все, блядь, там... Так, сейчас первые минуты тайма. Внимательно играем в обороне. Стараемся, блядь. Да, в атаку особо не убегаем, потому что очень часто нам забивают в первые как раз-таки боты, потому что тупят. Спокойнее, вон Костян, отойди немножко назад, лучи мяч, во. Блять, бот сейчас чуть не запорол. Не торопись. Нейтрализовать атакующего игрока, кто будет первым на мяче? Алаба. Уилшер. Да пиздец. И че, куда они вышли? Чё за хуйня? Это, блядь. Да. Мяч уже залетел за них, они вперед бегут, блядь. Причём они искусственный офсайд хотят. Я не делаю искусственный офсайд, вообще ничего не нажимал. Причем все вышли, кроме одного бота, блядь. Так он тоже вперед побежал. Нет, он там остался, в том-то и дело. Пиздец, они нахуй заебали уже. Ну что, терять теперь нечего, можно идти. И побеждать. Тут может что-то получиться. Да, надо.
Мандраж должен был пройти сейчас голом. У меня нет никакого мандража, блядь. У меня просто это пиздец какой-то. Я вот не понял, что сейчас вообще произошло. Блядь, суки. Блядь, как они заебали нахуй же. Не мандраж, ответственность, блядь. Пошел он нахуй, блядь. Будет штрафной. Пенич лет 20 назад таких забивал. Давление ответственности. За результат. Хозяева очень неторопливо разыгрывают мяч. На 10 метровый там, смотри, да, вообще. Надо забивать. Хозяевам нужно удержать победный счет. И главное, не переходить ту грань, после которой арбитр будет считать такие действия затяжкой времени. И начнет показывать желтые карточки. Без всякой паузы мяч возвращен в игру. Немного поторопился. Я вообще здесь занят. Карасо. Рамос. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Великолепная игра, пас. Эх. Вешать надо. Там сейчас Саня мог бы свою пушку страшную подключить. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Уилшер. Давай, давай. Руни. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Все, выпускайте питбуля, снимайте цепь. Время настало, блядь. Да, Саня? Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Втроем. Надежно играть за да, блядь, бот, нахуй, блядь. Бля, Ром, успокойся. Да, блядь, сука, эти заебали уже. Больше, да, на самом деле, чем ты переживаешь. Потом, чем больше. Ударить бы разок. Чем больше бомбит, тем больше всего не получается. Расслабиться нужно. Это может быть опасно. В этой атаке оборону пройти не удалось. Блин, видишь, что там так долго нажимается? Я два раза уже нажал. До конца основного времени матча. Равенство по владению мячом. Видишь, зажимают, зажимают. Вратарю отдайте, пускай он выносит нахуй. Вратарю, вратарю. Лёх, проси у них. И выноси его. Хуя он ебанул. Отлично. Нарушение правил за такое судьбу. Давайте навешу. Блять, бот там идет. Выходим, выходим. Влад. Жаль, мяч не у него остался. Где это? Ты в нападении не побегаешь. А, вообще, иди. Потерялся. Вова на фланге был. Да ёб твою мать. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Сука, вот все делает. Как пас нажимаю, блять. Как будто тупняк начинается, блять. Если есть силы, то почему бы соперника действительно не попрессовать немного? Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас... Да, блядь, да что они все время перехвиту? Выигрывают. Еще 10 минут. Ну, они просто выше, они корпусом играют, видишь? Просто невероятный перехват. Короче, я повыше буду играть. Уже давно пора. Сайт нету. Нормально, беги, беги. Ну тут бить только. Там его перехватили. Может, отдать? Так, не, подожди, подожди. Сейчас не торопись. Сейчас подумаю. А, на Вована, на Вована. И Вован вешает. Ну, блядь. Еще раз. Что ты, блядь, что за удар?
Ну тут как вариант еще можно было на корпус принять, а потом ударить. Но это, блядь, долго опять все было. Ну, это значит там как отскочит, блядь, тоже. Да. И через себя. И вратарь еще потом. Он бы мог выбежать, да. Выбежать. Надо было, может быть, в дальнее. Он, может быть, послабже пробил бы, но вратарь мог не вытащить. Я думал, он ёбнет как следует. Получилось как ладошкой. Все, атака последняя, предпоследняя. Ну, здесь разбирали, да? Блин, а что не верхом-то, блять? Вот. Ладно, спокойно, спокойно, ничего страшного. У нас еще есть одна игра. Может получиться интересная атака. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Блять, они даже на бегу уже ноги выставляют, блять, да как у нас так не делают, да? Подожди, Сань, пока не выходи, я иди. Да. Dream Shooter. Алло. Записал мой матч вам? Чё? Да, записал. Слушай, когда, короче, мяч у меня, я его в руки беру, там, или ко мне отлетает, ты всегда на фланге слева будь. Где-нибудь прямо на линии, ну, середины поля. Хорошо. Слева. Я всегда буду тебя сюда скидывать, я буду знать, что ты там. Так легче много раз. Сколько у меня там сейвов, смотрите? 8. Мы из тебя топчика сделаем.